Мы на месте. Мы приветствуем Марину, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеансов. Она кивает. Что там такое? Видишь, что ей больно, у нее в спине снизу доверху спираль и боль красная. В спине. Хорошо. Сканер. Просканируй эту спираль. Выведи ее осторожно из всех тонких тел. Вместе с сопутствующими чипами-датчиками и вместе с этой болью красной. И как выведешь, все это зависает перед ней. Эта спираль идет наверх к голове. И вокруг головы тоже обруч с какими-то подключками. Хорошо. Сканер, отключай полностью всю эту подключку. Руки есть, в руках что-то еще, как электроны. Хорошо. На ладонях и на ногах, на подошвах то же самое. Что это за паразит? Сейчас узнаем. Мы готовы. Хорошо. Так лучше, Марина? Она начинает шевелиться, понемногу пробуя свое тело. Хорошо, начинаем работать. Даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Марины, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Марины, находит все. У меня гуманоид вышел под ключком. Инсектоид. Дракон красный. И у нее демон. Какой демон? 12. Какой у нас красный дракон? 506. И откуда гуманоид? Сириус. Сколько ты находился в этом биополе? Цифра идет 30. 30 лет? У тебя что, контракт с ней или что, я не пойму? Зачем мне контракт? Ну, если у тебя нет контракта, ты рискуешь своей жизнью. Я тебе сегодня это объясню. На каком основании ты находился в этом биополе, гуманоид? С ее согласия. Хорошо. Если ее согласие есть, значит, есть контракт. Есть контракт? Согласия хватает. Подписанного нет. Мне не хватает этого согласия. Ты его обманом получил. Кем ты предстал перед ней 30 лет назад? Гуманоидом Сириус? Или... Силой. Вот, силой. И ты считаешь это контрактом? Для меня хватает согласия. Хорошо, я тебе просто объясню. До какого момента ты дошел? В моих руках появляется шар с живой плазмой. 1, 2, 3. Хорошо, гуманоид. Для меня этого тоже достаточно. Сегодня ты это получишь. Я спрошу Марину, хочет ли она отдать тебе живую плазму в знак благодарности за 30 лет воздействия, этот обман. Если она скажет «да», я не промедлю ни секунды. До твоей чистоты не долетит даже частички твоей ДНК. Это я тебе гарантирую. Убирая шар, входит в меня. Хорошо. Если тебе согласие не нужно, значит, тогда так и будет. Итак, даю команду тонкой копии Марины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Также канал выстраивается к этой спирали и всем подключкам гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Марине. Как идет реверс, сканер просканирует полноту души Марины на настоящий момент. 94%, хорошо. Марина, давали какое-то свое согласие гуманоиду на 30 лет нахождения в вашем биополе? Возможно, даже и больше. Вам что-то известно об этом? Нет, конечно. Значит, это был обман, гуманоид. Как и все люди, какие-то мольбы и просьбы были. Но не конкретно гуманоиду, да? Нет. Он 30 лет вам доставлял боль. Скажите, Марина, вы хотите вернуть эту боль ему назад? Конечно. Хорошо. У вас будет сегодня эта возможность. Но сперва я хочу вернуть свою душу. Так, все сделаем, не беспокойтесь. Эти 6% мы вернем. Закончился реверс. Устанавливаются фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Марина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Марина себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Картинка идет. Марина берет чужую боль знакомых и незнакомых. Она чувствует ее, и у нее, может, она не до конца это понимает, но у нее лицо меняется, начинается морщиться, когда думает о чужой боли. А зачем она ее берет на себя? Сосредотачивается. Она ее чувствует и этим впитывает.
Через себя ее пропускает. Марина, нельзя через себя пропускать такие вещи. Реверс закончился. Результаты вы видите. Хорошо. Реверс закончился. Хорошо, сканер. Сколько сейчас души у Марины? Просканируй полноту. 100. Отлично. Марина, вы вернули 6%. Все сейчас пока нормально. Сколько находился демон в этом биополе? 4 года. Кто из вас всех присутствует в квартире Марины, в доме? Мы сегодня его чистим. Демон-дракон. Демон, красный дракон. Сколько красный дракон находился в этом биополе? 2 года. Инсектоид, сколько ты находился? Инсектоид небольшой. Он от кого-то перешел 3 месяца назад. Хорошо. Инкубатора у тебя еще нет, я полагаю, да? Нет, ему самому нужно вырасти еще. Тогда с него и начнем. Инсектоид, выходи. Отключайся полностью. Забирай все, что ты... Собирай все, что ты оставил в ее биополе. Возвращайся назад. Докладывай готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, существует возможность того, что он сгорит. Чего я вам не желаю. Но у него как небольшой дом в пленке. Он вынес. Инсектоид все снял. Красный дракон. Твоя очередь. Выходи, снимай платы. Где стояли платы? Сердце. В сердце. Хорошо. Вытаскивай их. Отключайся полностью. Готово. Хорошо, демон. Есть лярвы в биополе, Марина? Есть, на спине. От конструкции? Не спины. Не спины, от конструкции, да? Да. Руки он еще показывает. Хочешь получить эти лярвы? Хочет. Хорошо, выходи тогда сейчас. Собирай все, что я оставил на своей чистоте в ее биополе. На месте доложи мне, я дам тебе отдельную команду. Приступай. У него к рукам нитки, привязки идут. Какую реакцию ты вызывал этими нитками? Дергал за руки. Я понял, что дальше происходило. Руки у нее неправильно работали, это ее раздражало. Хорошо. Марина знает теперь эту причину. С ног он снимает сапоги, которые он негатив собирал. Сливалось. Хорошо, разрешаю тебе снять все лярвы. Снимай, ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай. Готово. Хорошо, гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось еще в биополе? Нет. Поехали дальше. Даю команду на рассинхронизацию Марины с гуманоидом, его спиралью под ключками, инсектоидом, красным драконом и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Хорошо, включаем внутренний белый свет Марине. Этим светом она выдалит из себя все негативные патогены низкооперационные, остаточные на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, выдавливается все и формируется перед ней в шар. Да, есть шар. Открывая под ним воронку галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Хорошо, демон, я еще сегодня буду чистить дом. Я предлагаю тебе следующий вариант. Ты где находишься, в доме или на земельном участке? В доме. Ты соберешь, после того, как я тебе отправлю все, что ты там оставил, после этого ты мне покажешь порталы в доме, я их закрою. После этого я соберу тебе весь негатив в дорогу. Тебя устраивает такой вариант? Да. Тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Да, хорошо, я сейчас буду его вытаскивать, ты мне назовешь основные частоты, основные причины, из чего все вытекает. Их несколько. Все понял? Назову. Выходит эмоциональный фантом Марины, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низкую операционную эмоциональную энергию. Операционная ей же сгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Да, вышел. Фантом много? Как горбатый вышел, серый. Хорошо, Марина, эти энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам уже никто не помогал. Вы готовы с ними расстаться? Да. Сворачивай энергию в шар. Демон забираешь? Забирает. Отправляй демону. Слушаю тебя. Он показывает. Она как губка впитывает в себя чужой негатив. Кошмар. Через руки. Руки — это ее работа? Ну да. Да. Понятно, хорошо. О защите она, видать, не слышала. Перед тем, как начинает работать с другими людьми. Этому не учат. Этому не учат, конечно. Все он понятно. Показывает других людей. Многие приходят именно поэтому, что им становится легче.
После общения с ней они сбрасывают грязь. Они скидывают на нее всю свою грязь, я только хотел сказать. Все понятно. Хорошо, Марина. Вот вам информация к размышлению. Подумайте, как вы собираетесь дальше работать без защиты, без осознанной защиты. Иначе в противном случае вся эта веселая команда снова к вам притянется. Хорошо. Меня устраивает такой ответ. Тогда я сейчас отпускаю демона и красного дракона в дом. Вы соберете все, что вы оставили с демоном, как договорились. Я прихожу, проверяю и отпускаю потом всех на свою чистоту. Открывается два портала в дом Марины. Один, два, три. В один портал уходит демон. В другой портал уходит красный дракон. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Инсектоид готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, Марина, возвращаемся к нашему разговору насчет возврата всей этой боли. Вы помните эту боль в спине, которая вас мучила столько лет и во всех других органах из-за этой конструкции? Выстраиваю прямой канал от Марины к этому гуманоиду 1, 2, 3. Устанавливаю в гуманоида эту спираль вместе со всеми подключками, перепрограммирую на... И на счет 3 Марина возвращает весь негатив, всю боль, все, что она получила за эти 30 лет в течение одной минуты мощным откатом назад к гуманоиду. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс, активируется. Спираль активируется, все подключки, все за 30 лет возвращается назад в течение одной минуты. Он просит остановить, и он говорит, что ей нужна смазка, чтобы смазать все точки соприкосновения с его конструкцией, которые вросли в ее тела. И почему я должен останавливать? Ты 30 лет воздействовал на ее биополе, на нее. Она испытывала страшнейшие боли. Почему я это должен делать? Ты хочешь меня... Скажет о выход. Да не надо мне выход. Я сам соберу эту энергию, которая нужна для восстановления тонких тел. А ты получишь свою цену. Ты получишь то, к чему ты шел 30 лет. Как все вернется, заканчивается автоматически. Да, будет так, а так и есть. Она ему вернулась, его перекосила. Отлично, хорошо. Вытаскивай с него эту спираль, все подключки. Переходит в соседнюю клетку. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя. У меня здесь 30-летний гуманоид, сидел 30 лет со спиралью. Страшнейшие боли в позвоночнике у человека. Подключки все вытащили, вернули 6% души. Он даже получил откат от человека по его желанию, чтобы он прочувствовал эту боль, которую она испытывала в течение этого срока. И сейчас я хочу тебя спросить, что ты хочешь с ним делать. Забираем. Вот благодарю. Другие. Конечно. Ли, а какой смазки он там говорил? Какая-то смазка нужна в тех местах, где стояла его конструкция? Какая-то энергия? Где стояла конструкция, сейчас пустота, поэтому да. Ее нужно заполнить. Я заполню ее энергией, мы сейчас будем заправляться. Хорошо. Благодарю тебя. Смазка, она такая же, как энергетические центры. Да. Но немного насыщенней. Хорошо. Чтобы была связь пустоты. Все понятно. Она показывает, чтобы вот эти края, они, ну, как сравнивались, не было ощущения, что еще что-то осталось. Хорошо. Места пустот подсвечиваются сейчас. 1, 2, 3. И заливаете пустоты. Готово. Отлично. Забрали. Поехали дальше. Поехали по частотам. Хорошо, Марина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Гармонично. Замечательно. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Некоторое время еще будет состояние восстановления, потому что все-таки 30 лет конструкция в биополе это оказывает, безусловно, воздействие, но со временем все это пройдет. Мы все вытащили, спирали больше нету, подключек больше нет, больше никто не воздействует. Вам надо будет следовать рекомендациям, которые перешлет вам наш администратор, читать манифест, заправляться энергиями, сбрасывать негатив. Все, как мы в этом сеансе показали, это единственное будет возможным
гарантом для того, чтобы вы оставались чисты. Кроме того, обратите внимание на то, что указали интерференты. Вы впитываете как губка чужую боль. Это неправильно. Если вы будете дальше так делать, вы практически никогда не будете чистым. Вам надо защищаться перед тем, как работать. Как демон сказал, этому не обучают, но этому можно обучиться. Хорошо. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Марины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Мне тонкая копия говорит: привет, биоробот. Давай синхронизироваться. И надо эти все энергии гармонизировать с ним по тонким, по чакрам. Отлично. Готово. Хорошо. Отключаемся от объекта.